Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам принесли на ремонт вот такой вот чип ключ зажигания в форме карты на 4 клавиши от Renault Megane 3 2011 года выпуска европейской сборки. Карточка без функции свободной руки. По ключу зажигания. Ключ зажигания без функции свободной руки. Когда мы вставляем ключ в картоприемник, жмем кнопочку старт-стоп, машина заводится. Проблема владельца в том, что не работает кнопка закрыть. Кнопка закрыть — это вот эта клавиша. Она болтается внутри. Если я болтаю карточку, внутри слышен микровыключатель, кнопочка, она повредилась. Все другие клавиши работают. Продемонстрируем. Видите, моргает красная лампочка при нажатии на клавишу. А вот при нажатии на эту клавишу лампочка не моргает, потому что кнопки нету. Для ремонта ключей зажигания нужно разрезать корпус. Ключи ремонтопригодны. Далее перепаивается, например, в данном случае будет перепаиваться кнопочка, ну, пропаиваться другие клавиши, если мы видим какую-то неисправность, и будет меняться корпус ключа на новый. В этом ключе стоит батарейка CR2032, для замены нужно снять заднюю крышку, и вот так меняется элемент питания. Дальше мы разрежем ключ и покажем, что было внутри. Мы разрезали корпус ключа по периметру, достали плату, то есть внутри уже нету платы. Вот данная плата, вот микровыключатель, кнопочка, отвечает за закрытие машины. Вот здесь она должна была припаяна. Видно, что ухудшилась спайка между платой и самой кнопкой, и кнопка благополучно отошла. Далее какая стоит задача перед нами? Перепаять новую кнопочку и собрать в новом корпусе ключик. Мы перепаяли кнопочку, микровыключатель на плате. Продемонстрируем, что все работает. Берем, подносим ключ к прибору, нажимаем кнопку «Закрыть», и все работает как нужно. Дальше мы соберем данные ключи уже в новом корпусе. Далее мы собрали все в новом корпусе ключа. Это новый корпус ключа. Ключик работает как надо. При нажатии на каждую из клавиш моргает красный светодиод, говорит о том, что сигнал с ключа идет. Если у вас такие же проблемы с ключом зажигания на Renault Megane 3, Megane Scenic 3, либо на любую вообще карточку, да и вообще любой ключ на автомобиль, можете обращаться в нашу компанию, как бы мы решаем все вопросы по ключам зажигания. Перестает он заводить машину, там не работают вообще кнопки, либо одна из кнопок, то можете обращаться в нашу компанию Кибай, мы решим вопрос со всеми ключами зажигания на вашей машине.